Домой, домой! Чаша бассейна – две команды. Для спортсменов это первый официальный матч. Ведь осваивать водное поло они начали лишь несколько месяцев назад. Все согласно официальным правилам. 4 периода по 8 минут. Каждый, так, со сменой ворот через каждые два периода. Две команды по 6 полевых игроков, плюс вратарь, ну, по 7 человек в команде. Плюс ну, по 3, по 4 человека запасных. Пока наши спортсмены могут соревноваться только между собой, ведь в ближайших городах подобных секций нет. Самые ближайшие наши соседи в городе Бийске – это подростковая команда. Я надеюсь, что рано или поздно все равно мы с ними законтачимся, скажем так, и пригласим их на сборы в Республику Бурятия, либо приедем к ним на сборы, на тренировочные сборы. Нужно обмениваться опытом обязательно и обязательно участвовать в соревнованиях. Тренеры говорят, что спорт технически и физически сложный, мяч тяжелый, потому нужно быть готовым выложиться. Сейчас из лучших спортсменов на секции намерены сформировать сборную. Достаточно неплохо играют, есть борьба, есть очень интересные броски. Вот этот из-за спины, конечно, бросок я не ожидал. Сразу возникает вопрос, что так можно было? Вот, и ну, очень это зрелищно и интересно. Любители водного пола надеются, что в скором времени в нашей республике создадут федерацию этого вида спорта. Ася Касьянова, Жаргал Цириндашиев, Новости дня.